Когда нет времени на полноценный десерт, можно приготовить дырявый пирог с шоколадной заливкой, очень удачное сочетание, нежный воздушный бисквит и кисло-сладкая шоколадная глазурь, попробуйте. Почему пирог называется дырявым? Все просто. После выпечки на поверхности пирога делается отверстие, в которое впоследствии попадет шоколадная заливка. Выпечка получается очень нежная и вкусная. Подойдет как для семейного чаепития, так и для встречи неожиданных гостей. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все ингредиенты. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, добавьте кипяток и снова взбейте. Добавьте муку и разрыхлитель. Взбейте все еще раз до однородного состояния. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Перелейте тесто в смазанную маслом форму для запекания, дно и бока предварительно можно посыпать манкой или мюкой. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-40 минут. Готовый бисквит остудите на решетке. Тем временем соедините ингредиенты для заливки. Сливочное масло, сахар, какао и сметану. Поставьте емкость на небольшой огонь и помешивая доведите до однородности. В готовом бисквите сделайте углубление, любым подручным предметом. Я использовала ложечку для меда, у меня получились небольшие отверстия. Если хотите дырочки побольше, то можно пройтись ручкой от деревянной или силиконовой лопатки. Залейте поверхность бисквита шоколадным соусом и уберите десерт в холодильник на пару часов. Дырявый пирог с шоколадной заливкой готов, приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот что нам понадобится. Мюка, 200 грамм. Сахар, 200 грамм. Тесто, яйцо, 3 штуки. Разрыхлитель теста, 1 чайная ложка, с горкой. Вода, 100 мл. Кипяток. Масло сливочное, 100 грамм. Сметана, 180 грамм. Сахар, 3 столовые ложки. Какао, 2 столовые ложки. Количество порций 8-10. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачного дня!